Sachen und ganz natürlich nicht. Ja. Ich würde das jetzt machen. Ja. Статичное исполнение. Слушайте, не было. Опять-таки, как
он ярче музыкально показывает, чувствует. Ну, где есть интонация фальшива? Я уже меняю. Интонация у всех была. У Эльмиры тоже пассажи были фальшивые. Нет, нет, вы не сравниваете, да, Лалочка. Родная моя, не сравнивайте. Да, правильно, это разные вещи. Разные, это разные вещи, конечно. Там 11, здесь 8. И, в общем-то... Нет, ну мы же отношение к музыке, понимаете? Нет, вы знаете как, давайте так. Ну, я понимаю, как задать решат ваши девочки и так далее. Вы ее пытаетесь. Но это не так. Услышите и меня тоже. Пожалуйста. Нет. И я еще раз говорю, пожалуйста, если вы считаете, что она вторая, но дело в том, что я места не знаю как. Я места не знаю как. Честно говоря. Ну, а как нам оценивать эти места? Ну, вы хотите вторая, чтобы была решат? Вторая, да. Потому что... Пожалуйста, еще это вторая. Они разные, так сказать, возраст, большой разрыв между ними, и по музыкальной... Ну вот если бы сейчас был международный конкурс с ними, да. Вот я не вышли бы в одной группе. Да. Там же небо и земля, да, разница. Ну все. Это его, да, это вам просто выученные ноты, давайте, да. Ну что вы должны, моя девочка, моя хорошая, она талант. Где ее музыкальность, где ее талант? Она просто отработала. Вы сравниваете ее с Решатом? Я не сравниваю, потому что это разные. Решат в ее возрасте, я не знаю, что будет делать. Может, вообще бросит. Я не имею в виду, не сравниваю. Просто преувеличена эта Эльмира, вот эта оценка. Она, в общем-то, девочка просто стабильная, крепкая, выученная. А такой музыкальности я в ней не вижу. Может быть, со временем расстроится. В общем, давайте так, чтобы второй сказали, второй ставим. Нет, просто третью там я не... Она действительно сыграла полноценно, все прозвучало. Ну, Лалочка, все... родная моя, крейсера не было, вы понимаете? Ну, я же не уходил. Да нет, дело не в акцентах, там же не крейсер был, вы разве не слышите? Есть запись, да. Есть запись, можно включить и поставить, вы понимаете? И вот